Эта война до добра не доведет. Смотрите, они нападают на нас. И похоже, у нас ситуация стала хуже, да? Смотрите, как их много. Блин. Живите, ребята. Живите, выживайте. Шансов выжить становится все меньше. Эх, черт, сейчас если убьют кого-нибудь, это будет хуже всего. Убегай, убегай оттуда, убегай. Блин, какие они сильные. Какие же они сильные. Но мы выдержим. Ай! Что это? Кого-то убили? Да вроде нет, но очень близко к смерти. Не хотелось бы. Это первая такая страшная атака у нас была сегодня. Страшнейшая из всех. Маг, ну давай, давай, выживай. Нифига, их становится все больше, между прочим. Надо как-то армию улучшать, наверное. Почему-то у меня кажется, что моя армия становится слабее уже против таких отрядов. Надо действительно регулярную армию улучшать. Ну вот, сделал. Я все-таки сделал это. Они убили у меня всех свиней. Свиньи, гады. Всех свиней у меня замочили. Мы продолжаем игру. Станхерт. С вами снова я, Иван Сусанин. Блин, такие ситуации, такие неудачные ситуации у нас сегодня происходят. Надо нового жителя... О, как раз новый житель сейчас придет. Может быть, кого-нибудь переназначить. Антон Ковров стал пастухом 6 уровня. О, он нормально работает. Может быть, сейчас еще свинок принесет. Я начал строить столовку здесь. Сейчас у меня будет столовая, и ребята будут есть с одного... В одном здании все, то есть проблем ни у кого не будет возникать. К тому же я делаю дом сейчас уже у повара. Ребята потихонечку будут сейчас улучшаться. И у меня соседи получились. Приятные соседи, которые меня как бы не трогают. Ну я не знаю, может быть с ними торговать можно будет. Если я сделаю все-таки торговую площадку. Насколько это возможно вообще. Сделать торговую площадку. Так, давайте вот этот лог один... Засунем туда. Что немножко поработает. Кажется, это будет правильно. Если сейчас он действительно сделает что-нибудь типа такого, тогда я смогу уже себе Market Steel. Блин, Market Steel голубой. Синий. И голубой. Так, ну в чем? Что я еще могу сказать? У нас продолжается развитие, у нас хорошо работает кузнец, он потихонечку, вот он даже спать ушла. Молодец какая, кузнец, девушка наша, просто молодец. Ну вот, новый житель появился, я думаю, что его можно назначить именно как воина, еще одного, думаю, вполне будет прилично, 18 жителей уже в моем поселении, и если будет кто-то еще... Так, ну вот, Кира Сложнова, Ралк Камнев или Татьяна Глинова. Я думаю, будет неплохо, если я сделаю еще одного. Может быть, мага? А? Что такое было? Подожди, какое-то задание появилось. Так, что-то в деревянном произошло. Не обратил внимания, что произошло-то. Так, не понял. Короче, они делают столовку, я думаю, что здесь будет что-то очень приятно, да, тем более, что она будет рядом с поваром, повар будет... Глеб стал каменщиком 4 уровня. Так, ну ладно, не будем отвлекаться, нужно заняться нужным делом, нужно делать еще одного... Я не знаю, от кого сделать, Кира Сложнова, может быть, она будет сейчас у меня воином. Надо какого-то еще одного воина делать. Ну, Кира как-то сама по себе, само имя Кира, как бы воин. Не особо что-то как. Может, сделаем еще одного мага, да? А чтобы сделать мага, нам нужен еще один хороший этот травник. У нас травник хороший.
Как вы считаете? По-моему, у нас травник хороший. А кто у нас травник, кстати? Евгений Белов. Давайте, может быть, ему в помощь сейчас именно устроим кого-нибудь. Ну, вот Киру Сложного туда отправим, как травника сделаем. Будет она ему помогать. Хотелось бы, конечно, чтобы она быстрее достигла большого уровня, чтобы впоследствии... Где она? Чтобы впоследствии она... Блин. Стала второму уровню, ей надо быть травником, чтобы стать... Еще захватчики! Черт! Нападение! Нападение! Еще одно нападение! Черт! Давай, отбивайся, ребята! Какие-то злые слоты эти волки стали. Жутко злые. О, как много... Еще и торговец приближается в это время. Короче, столько событий за один раз, за одну секунду. Просто ужас. Так, что он просит? Привет, Деревянного. Я тут мимо прохожу и мог бы поменяться, если вам интересно. Если вы сделаете мне 6 неудобных кровати, я вернусь через 3 дня и могли бы дать 3 удобные кровати. Конечно, с удовольствием. Так, так, ну короче, пока... Надо мага еще одного зафигачить. Пока это все происходит, сейчас мы просто... Ну, сейчас он закончит вот это дело. Вот, вот эти вот. И я переведу Киру, сделаю травником. А вот этого парня пока сделаю временно, может быть, этим магом. Потом переведу, если не забуду в будущем. Так, кушать хотят. Что же я хотел сделать-то для них? Так, подожди, вот сюда вот. 6, 6, 6, 6. Я забываю все. Отвлекаюсь, блин, и получается непонятно что. Так. 6, 6, 6 неудобных кроватей. А у меня сколько в запасе есть? Давайте посмотрим, сколько у меня в запасе есть неудобных кроватей. 2. То есть еще 4 надо зафигачить. Ну, вообще-то надо сделать побольше. Конечно же. Ну, вот еще 2 там где-то. Давай еще 6 штук сделаем. На будущее. Разве это плохо? Переведем их в режим более ровный, да? Раз, два. Как-то она медленно работает, на самом деле. Может, не успеет. Так, тихо, подожди, что такое было? Еще один гоблин! Воу, это кто такой? Что за Годзилла? Ни хрена себе. Годзилла. Вронг. Тигард. О, господи, как они часто стали нападать. Что-то будет, а? Что-то скоро будет. Я забыл разъединить всех. Вот почему они хотят есть все. Я забыл их отпустить. Распустить. Ну какое тут распустить? Тут везде нападают враги. Хотя и соседи у нас довольно мирные. Хорошие такие, добренькие гоблины. Врагов постоянно нападают. Разных, причем очень много. Поэтому они не успевают вообще ничего делать. Так. Угу. Ладно, давай посмотрим, что мы можем сделать. Кровати, кровати, кровати. Не забываем про кровати. Кровати, кровати, кровати. Чем быстрее, тем лучше. 6 кроватей надо зафигачить. А можно как-то объединить? Нет, похоже, нельзя. Ну ладно, нельзя так нельзя. Хотелось бы, конечно, лучше объединить их. Опять какое-то нападение. Да что ж такое-то, а? Что происходит? Что это было? Что-то вообще было страшное такое, непонятное.
Жутковато. Блин, эти минуты. Сейчас просто ночь за ночью идет. Может быть, какой-то пере... Во. Тотем. Блин, мне его не разбить, наверное, будет. А чё он этот у меня... не приготовили они? Почему-то они не собирают его, я не знаю. Этот, как он имеется в виду. Вот где-то тут еще враги. Слышу я. Улей, он так что-то и не собирает его нифига. Я хочу, чтобы он его собрал. Потому что я хочу свои домашние улья тоже, чтобы были у меня. Это было бы гораздо лучше. Да, ночка идет. Неожиданно так все происходит. Столько врагов. Просто становится ужасно. Так, что повар-то у нас? Повар-то у нас что-то вообще ослаб. А, он сделал печь. Класс. Все, теперь у повара появилась печь. Наконец-то. Долго-долго он ждал этого момента, когда же у него все-таки печка появится. И теперь у него есть своя собственная печь. Вот для столовки будет стоять. Эй, во, все, отлично. Класс. Так. Кто? Где? Вот он рядом встал. Еще один враг. Давай-ка мы его тоже запускать не будем, чтобы быстрее с ними расправиться. Блин, как много врагов, а? Я вообще не представляю, как, откуда столько врагов появляется. Именно благодаря тому, что соседи у нас хотят, чтобы мы, наверное, стали... Так, это кто он? Доброва Листова. Кстати, у меня же есть он, этот... зверобой, зверолов. Один, да, точно есть. Смотрит так, стоит на них. Неожиданно. А вот получи. Он стоит, даже ударить не может ничего, да. Такой непонятливый. Наши его долбят, он стоит непонятливый такой. Да, все. Это была победа. Это был разгром. Да, медь. Металл, короче. Ну, не знаю, почему-то не собираются у меня эти все ресурсы, которые... как бы должны собираться в город, но не собирается. Это ничего, вот вообще почему-то все остается на своих местах. Не знаю, почему все так происходит. Так, что у нас тут? Вот какой молодец. Новый у нас... специалист потихонечку растет, живет и растет. Я у него тут заборчик начал ставить. Мне кажется, будет классно, если будет тут. У него заборчик. Так, что у нас насчет забора? Я вообще-то думал, что он здесь будет ставить его. Да, еще одно утро. Ну теперь уже у нас 18 жителей. Я думаю, сейчас долго не будет новых жителей. О, смотри, кровати-то становится все меньше и меньше. То есть не хватает. Жителям жить негде. Надо сделать большие дома, наверное, будет. Ну, как бы со столовкой еще не все готово. Так, давайте сразу будем украшать наш дом. Если будет возможность. О, сделал Blue Market Star. Так, вот сюда вот я поставлю кроватку. Конечно, дома типовые, может быть, но, блин, заниматься этим, то есть, строить что-то, какие-то новые дома устраивать, это... Что-то я даже как-то не знаю, видите, можно строить, но это все очень сложно. Надо будет церковь обязательно сделать в свое время. Так, а тут у нас еще ресурсы. То есть у нас много всего интересного происходит, да? Тем более за последнее время что-то нападений стало очень много. Блин. Из-за этого, из-за этих нападений у меня финиш сейчас нету. Скверно. Так, ну давай посмотрим, что он нам принесет. Нет, немножко не хватает капитала для следующего жителя. Даже не немножко, а очень немножко. Так, добро осталось звероловом второго уровня. Отлично. Очень хорошо. Зверолов у меня мастерский. Так, что у нас повар готовит, нет?
Повар готовит. Все, что может. Так. И остальные тоже. Ребята, которые должны что-то все-таки делать. Так, ну вот, надо так вот несколько штучек сделать. Давай наготовим еще несколько красивых штор. Надо, кстати, будет еще стулья переделать в хорошие стулья, качественные. Так, я с кроватями так до сих пор и не разобрался ведь. Время-то идет. А удобной кровати было бы гораздо удобнее. Гораздо удобнее, да, было бы удобной кровати. Так. Так, ну давай поместим вот это вот. Я не знаю, куда его поместить. Вот эту палатку маркера. Может быть, рядом с этими поставить? С этими ребятами. Может, они будут торговать хорошо, а? Так, где она находится у нас? Вот он, да? Вообще-то надо в городе это все делать. И лучше, наверное, со складом рядом. Так. Давай вот сюда поставим. На всякий пожарный. Просто сюда поставим, потому что... Мне вот лично кажется, что... Если будет здесь эта торговая палатка, может быть... Со мной будут торговать гоблины. Не знаю, для чего она нужна, но для чего-то она все-таки нужна. Так, кроватка уже стоит. А почему дом-то все еще не построен? Не могу понять. И дом, и столовка еще до конца так и не доделаны, между прочим. Кстати, в столовке надо еще тоже фонари повесить, потому что будет темно. А у меня настенные фонари, я даже не знаю, есть они у меня или нет. Но я надеюсь, что есть. Нет? Настенная лампа только одна, блин. Плохо? Плохо это? Так, ну и конечно же дома. Дома происходит что-то хорошее, да? Вешаем шторы, без штор никуда. Так, шторы повешены. Надо будет еще комод поставить один. Здесь, в доме. Конечно же надо будет хороший, суперский стул. Поставлю здесь, в квартире тоже она должен быть. Как в квартире без стола, да? На самом деле. И вот тут вот где-нибудь столик еще зафигачим. Так, обеденный стол называется. Может, он не для этого был сделан? Вот сюда вот его. Во. Да, может, не для этого был сделан. Ну. Значит, еще сделают, что. Мало ли. Мало ли деревянного, и на самом деле столяр и плотник — это самая подходящая работа для именно для этого поселения, потому что поселение называется деревяново. Круто, да? Обеденный стол давай еще сделаем. Нет, блин, нету, не могу я пчелиную эту сделать. Ну, кузнец. Кузнец давно уже не приходил на работу. Почему? Угу. У него есть чем заняться. У него нету металла, к сожалению, пока. Кирасу какую-нибудь хорошую сделать, да? Вот такую вот бронзовую кирасу. Можно даже до трех штук ее зафигачить. Давай три бронзовые кирасы. Забубеним, может быть, пригодятся нашим воинам. Так, ну-ка, что у нас тут насчет приготовления? Все, давайте сделаем травника. Че? Приближается караван. Привет, деревянного, у меня есть чем поменяться. Давайте так, вы дадите мне 17 бревен дуба, на это дам одну стенную декоративную горгулью. Ну давай, но ты мне ее не дашь, потому что у тебя вряд ли у меня есть столько дуба. Ну-ка, давай посмотрим, есть, нет? Не, смотри, дали. Значит, было у меня столько дуба.
Очень много дуба. И тут по деревьям как бы не совсем поймешь, где дуб, где какое дерево. И поэтому сложно определиться, да, с этим. Так, у нас Евгений Белов. Давай его пока переведем в другую. Других специалистов не хватает кое-чего. Не хватает книжечки. Ну давай книжечку тогда сделаем сначала, Евгений Белов. Если так на то дело пошло. Запасную. Будет у меня два мага, чтобы было более спокойно. Так, Евгений Белов может сделать себе книжечку. И будет хорошо. Пускай готовит книжечку. Так, насчет остального. Кровати почти готовы. Я надеюсь, 6 штук будет. Еще 47 часов, довольно долго. Так, 6. Да, уже есть 6 кровати. Отлично. Каменная горгулья. Надо какой-то замок, что ли, сделать у меня здесь. В этом поселении, чтобы каменную горгулью можно было разместить. Так, ну почему-то дверей нету. Нет дверей в этом доме, ни в этом доме, ни в столовке почему-то нету. Не знаю, с чем это связано. Ни фонарь не поставлен. Ну, вот шторы здесь тоже нужны. Стопудово. Все равно надо. Столовка есть столовка. Все равно место, где люди бывают, так сказать. Опять вечереет. О, уже жрать нечего, смотри. Что, нужно готовить? Так, ну-ка, где? Венера Крокодилова. Какой же она славный маг, да, получается? Так, есть пока готовить нечего. Ну, ладно. Зато я уже, смотрите, с помощью печки могу приготовить разные вещи. У меня повар слабенький. Слабенький повар? Разве у меня слабенький повар? Мой повар, по-моему, самый, что ни на есть, мастер. Анна Трудова, 2 уровня. Довольно неплохой повар она у меня, между прочим. Так что не о чем тут даже сомневаться. Хороший она повар. Ну вот, наступила ночка. Ночка наступила. Так, давайте-ка посмотрим, нет ли у нас врагов. Наши соседи нас пока не напрягают, да? Они не будут против, надеюсь, что у меня тут будет маркет. О, какая красота. Мурлыкают, мурлыкают. Но зла не приносят. Так, в старых местах врагов нету. Тут они не появляются уже. Здесь даже нету волков, которые раньше были. Да они сейчас какие-то злые волки стали. Здесь тоже никого нету. Кстати, тут сосед, по-моему, до сих пор какой-то неизвестный сосед сходит. Или они все переместились туда? Да, они, наверное, все туда ушли. Они тут долго тусовались, да, помните? Но ушли туда. Блин. Твою душу мать. Где враги? Ой, захватчики, приближаются захватчики. Нет, только не убей моих, не убей моих животных, курочек, моих курочек, не бей моих курочек. Держитесь, ребята, все будет хорошо. Отобьемся, отобьемся. Самое безопасное расстояние это у лучницы нашей девушки. Хорошая она лучник. Держится на приличном расстоянии. Ну вот, можно сделать еще одного мага. Я думаю, что я сейчас сделаю обязательно. Так. Из Евгения Белова. Сменить профессию. Будешь помогать воинам нашим. Может быть, маги даже будет лучший вариант. Все, отбились, да? Даже не знаю, собирать, не собирать эту всю фигню, которую я сейчас только что... А это что? А, это курица. Из него выпал вот это вот. Но я, блин, я ее собрать не смогу. Почему он не собирается, я не понимаю.
пытался сделать все возможное, чтобы собрать, но оно почему-то... Я вот на этом экспериментировал, я хотел, думал, может, берет эти? Или там далеко, может? Давайте попробуем в близком расстоянии. Собрали! Хо! Нифига себе! А почему? Ну-ка, давай еще раз нажмем. Я в прошлый раз пробовал, у меня не получалось. А сейчас собрал. Просто взял и собрал это дело. Я бы с удовольствием... Ну, может, далеко, потом, поэтому они собирают ее. Да. А сколько у меня разнорабочих сейчас в запасе? Два, да? Ролк Камнев. Глеб Домов и... Глеб Домов, он до сих пор... О, его можно делать... Отлично, теперь у меня появился гончар, еще лучше. Блин, круто. Теперь у меня есть свой гончар, и я обязательно его где-нибудь поселю. Здесь тоже рядом, ну, может, вот на этом уровне. Пускай он тут тоже находится. Все-таки не будет такого большого разрыва между деревней. Такие типовые у меня дома получаются, да, такие, как бы, это, ну... Участки такие небольшие. Ну, ничего страшного. Что, потом, когда разрастется, особенно этот город, наше поселение станет настоящим городом. Это будет действительно очень интересно. Вот тотемный этот. Вот эту тотемную фигню, наверное, лучше бы стоило уничтожить. Ух ты, смотри, тут даже озеро есть. Ну, до сюда идти еще очень долго, наверное. Так что... Так, ну чё, давайте будем делать глинова. Пускай глинов у нас живет где-то здесь вот именно что. У нас появился новый житель глинов. Так, ему нужно сделать гончарную печку для начала. И сделать гончарный круг. Все это возможно сделать. Долго я шел к тому, чтобы у меня появился свой гончар. Что может гончар делать? Сейчас мы с вами посмотрим. Блин, так не появляется нифига свиньи. Жаль, он так и не приводит их. Может, я слишком близко поставил вот это к ним. И никто не хочет тут заниматься установкой. Маркет. Палаткой. Так, ну-ка. Что у нас есть в запаснике? Пока ничего нету. Ничего интересного. Никто ничего не достраивает. Кстати, я хотел вот здесь поселить. Так, здесь будет повар жить у нас. У нас здесь будет жить повар. Анна Трудова. Так, ну, насчет того, что у меня достаточно много людей уже обрели свое жилье, это очень хорошо, но еще больше людей, которые еще не имеют своего жилья. Так, ну чуть-чуть не хватило до нового жителя. Ладно, будем еще ждать сутки. Че нам, привыкать что ли? Нам не привыкать. Так, ну, сбор ресурсов и начнем сейчас прокачивать нового специалиста. Которого я и хотел заделать как представителя в будущем. Как хорошего специалиста, хорошего мага. Да, девушка маг, это гораздо лучше, чем парень, наверное. Не знаю. Я хочу делать именно так. Дополнительные ягодки. Сейчас гончар делает дело. Так, а тут у нас что у нас? Что-то было. Забава. Забава глинова стала супер этим. Супер лучником. Ну-ка, а если я ее переведу... О, она может быть у нас супер охренительным воином. Да? Круто. А кроме нее никто не может быть. Я бы хотел, чтобы у меня был... О, может еще это быть супер охранительным
Вот, давайте сделаем его. Отлично. Теперь у меня будет все просто на мази. Ха-ха. Все будет хорошо. Так. Продолжаем наше строительство. Много работы, много работы. Много работы. Так, здесь у нас тоже много работы. Везде у нас много работы. Здесь у нас много работы. Полно работы всем. Плотник, молодец. Как скоро наделает еще заборов, и будет отлично. Надо еще больше заборов. Еще больше заборов. Пускай работают, пускай работают, ребятки, на благо города. Скоро город разрастется, я надеюсь, что все будет для этого очень даже и готово. Так, ну, о, смотрите, они начали работать, уже добывать новый камень. А это очень хорошо. Я здесь хочу увеличить, сделать тоже лесенку. Я обязательно сделаю сейчас. Вот сюда вот. Сделаю лесенку здесь. Это... вот это уберу фигню, а то оно будет опять мешаться. Как вот здесь, да, сделал заходы такие нормальные, человеческие, чтобы мой город был настоящим городом. О, они работают в три смены, в три лица, в три рыла, хотел сказать. Вот, видишь, как они. Вот тут еще металла дофига всякого. Не просто камень. Ладно, пошли хавать, наверное. Столовка у меня еще не готова до конца. Или готова? Что-то как-то смотришь. Ага, двери не хватает. А так вроде бы как бы уже все готово. Двери, пару столов и тому подобное. Ну, все равно. Блин, жрать уже нечем. У меня зайчики. Зайчики давно не кушали. Им нужно кушать. Зайчикам хочется покушать. Так. Вот, для кроликов. Блин, у меня для кроликов вообще ничего нету. К сожалению. Повар. Повар, ты гонишь, повар. Почему у тебя нечего? Ты вообще ничего не может покормить. Так, приближается торговец. Привет, деревянного. Я тут мимо прохожу и мог бы поменяться, если вам интересно. Если вы сделаете мне 7 настенных декоративных горгулей, я вернусь через один день и мог бы дать вам 5 отличных удобных кроватей. Как? Я знаю, что у меня ничего не получится. Ну, все равно давайте сделаем. А, попробуем. У меня столько камней, наверное, нету. Горгули. А сколько они стоят, горгули? О, у меня нету специалиста 5 уровня. Ну ладно, хоть и согласился я на это задание, но тем не менее. Может быть, он не будет слишком зол потом, когда вернется. Или потом в следующий раз просто не придет ко мне. Да? Я его подведу, так сказать. Под монастырь. Ты смотри, собрал. А, нет, не собрал. Фигня это все. Не собирает он нифига почему-то. Может было на вот так нажимать, что сначала через вот эту вот клавишу. Может он так будет собирать лучше. Не уверен. Соседи, соседи, соседи. Они куда-то... они, смотри, отъехали дальше. Что-то им тут не понравилось, да, рядом со мной. Они решили... Наверное, не понравилось, что я тут рядом охочусь, мои войны. И поэтому они ушли дальше. Или, может быть, они так и должны действовать, да? Потихоньку уходить. Уходить, уходить. И вот однажды случится так, что у меня в соседях они больше не будут. Но сегодня они у меня соседи.
соседи, и я им рад. Ничего против них не имею. Так, блин, нету нифига опять. О, глиновая печь. Давай-ка мы ее вот сюда вот куда-нибудь поставим. Так, печку он сделал, и вот и сделал эту штуку. Гончарный круг. Все, отлично. Сейчас пускай он будет. Пускай он готовит. И теперь у меня будет хороший гончар. Мне осталось еще только инженера, мастера, слесаря. И все у меня будет готово, да? А чтобы был слесарь, нам нужно. Знаете, нужно из. По-моему, из кузнеца, да, его делать. Да, неизвестно, что нужно для того, чтобы был кузнец еще один нужен. Ладно, будут новые жители, будет кузнец. Почему нет-то? Где, кстати, мои воины? Я хочу вот посмотреть вот этот роман свечников. Ух ты, он рыцарь круглого стола. Самый крутой парень. Класс. Теперь у меня есть такие даже воины. Да, нужно будет увеличивать количество жителей. Но следующий день, то есть сегодня уже утром, я думаю, что у меня появится 19-й житель. Я буду очень рад. Давайте доведем до логического завершения. Это все. Самое главное мне сейчас, блин, все-таки достроить. Когда же они делают двери? Двери сделают, и все, можно сказать. Можно будет строить новый дом. Я думаю, что следующий дом мы можем наконец-то уже сделать для ткача. Ткач у меня все еще без дома. Он был чуть ли не самый первый у меня из тех людей, кто был настоящим, так сказать, первым жителем. Вот. Этому нечем кормить, блин. Заек своих. Морковка-то не сидит здесь, что ли? Вот он, вот она морковка. Есть морковка, почему только она не выращивается, что я не знаю прям. Или повар просто не хочет ей заниматься. Нет, есть морковка, отлично. Пускай морковкой занимается. Им хочется кушать все равно. Для свиней. Еда, ну блин, у меня свиней нет. Всех свиней у меня убили. Падлы. Что это за звуки? О, так тут два соседа стало. Нифига себе, у нас сейчас... Ой, у нас расширяется соседство. Они просто чувствуют, что их никто не трогает. Они тут нормально живут. Это ж очень хорошо. Чем больше соседей, может, тем лучше. Ну, блин, маркет вот эту штуку не ставит почему-то. Blue Market Steel. Да. Так, вот здесь вот у нас новые начинания. Ага. Они бросили это дело. Им сейчас не до этого. Так, а что у нас наш кузнец? Как же он работает-то? Нет, у него медь появилась. Смотри-ка. У него есть медь. Он может что-то делать. О, класс. Сделал себе железный щит. Офигительный. Есть, конечно, еще стальной. Но до стального мы еще не дошли. Все равно мои воины довольно славно работают. Блин, жаль, конечно, еды нету. Черт. Как же отбиться от этого, чтобы еда все-таки появилась у моих... Так, овечкам. А что нужно овечкам? Им, по-моему, нужна такая же еда, как и быкам, да? Я имею в виду вот именно что. Вот эти штуки. Так, а где что готовит? Ага, он готовит рагу. Гу-гу-гу-гу. Ели рагу. Гу-гу, ели рагу. Мя-мя-мя. Так, блин, медленно все это делается. Очень медленно. До сих пор не могу достроить себе
до конца уже склад. Может быть, надо было повыше забор делать. Но все равно никто не проникнет, мне кажется, в этот забор. О, они между своим поселением так вот бегают. Класс. Прикольно придумали, а? У них-то своего рода поселение тоже растет. Сколько у них там жителей? Раз, два, три, четыре. Пять. А это их же, это их, да, запасы? 5, 6, 7, 8, 9. У них 9 жителей. Они скоммунизили что-то из того. А это что такое? Откуда здесь стальные слитки? Почему они тут лежат? А. Можно, конечно, у них своровать. Ну, ладно, у меня своего хватает. Я не хочу, чтобы соседи у меня были ко мне отрицательно настроены. Всегда рад таким соседям, которые не очень враждебно ко мне настроены. Так, ну вот, давайте сделаем, чтобы гончар все-таки начал работать. Давайте посмотрим, что же он все-таки может делать. Он может делать именно урны. Большая, маленькая урна. Красная глиняная дверь. Двери разные можно делать. Может сделать хорошую кровать, да, глиняную кровать. Ну, какая она хорошая глиняная кровать на самом деле. Тем не менее, давайте начнем. И может сделать залежи. Ладно, давай делаем несколько урн, так сказать. Так, а это что, кирпич? Кирпич нам нужен. Я хочу много кирпича. Из кирпича, может быть, начать делать дома уже на следующий раз, а? Было бы круто. Следующие дома начать делать уже из кирпича. А можно как-нибудь вот эти вот дома нет, наверное, нельзя переделать из обычного дома, сделать кирпичный дом. Сейчас они достроят это, я хочу какие-то другие дома, что ли, делать. Какие-то они типовые и стоят одинаково. Может, неправильно, точно, может, правильно. Так, ну что, ежедневный отчет. У нас появился новый житель. Ура! Его зовут Ольга Крокодилова. Отлично, и Ольга Крокодилова, у нас неплохо было бы, чтобы она была именно ловцом на животных, зверей, так сказать. О, свиньи появились, отлично. Теперь у меня есть еще и поросята, класс. Так, ну, Ольга Крокодилова, я думаю, что у меня же Венера Крокодилова была, да? Пускай Ольга, наверное, сестра ее, что-то типа того. Вот из нее можно, наверное, уже сделать, опять же. Ага, у меня не хватает зверолова. Так, ну я могу его сделать, между прочим. Нож зверолова. Где же он? Подожди, а кто делает? Кузнец? Кузнец же делает, да, нож зверолова? Так, подожди, где она? Нож зверолова делает кузнец. Да. А почему я как бы что-то не представляю, где же он тут? Кузнец. Почему он не делает нифига нож зверолова? Так. Короткий меч, длинный меч. Как-то пила. Я как-то не представляю, что-то я не вижу нифига. Может быть, все-таки не кузнец делает это все, может быть, кто-то другой? Да, другой. Но он пока еще не готов третьего уровня дойти. Не кузнец, это же у нас кто? Каменщик, каменщик у нас делает, да? Масон. Вот, кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Сейчас накормят их. Очень хорошо. Сейчас будет кормить, наконец, зайчат. Отлично. Жаль только, что животных новых не появляется, да? Только вот эти вот, которые есть. Да? Было бы классно, если бы были какие-то новые животные. Но, к сожалению, этих новых животных не существует. Да, вот только вот 5 вот этих видов и все. Ну я не знаю, ну вот давай еще свиней посадим сюда. Пускай еще свиньи тут больше. Я второго сделаю себе в свое время.
много места. Сделаю себе второго охотника, не охотника, из охотника сделаю второго себе владельца стада. Так, что у нас может? Она может все. Ткач у нас может все, абсолютно все может ткач. Отлично. Тем более ей нужно сейчас начать делать уже дом скоро. Почему, блин, где враги? Черт, враги начинают появляться. Откуда они идут? Вперед, воины мои, вперед! Верные, как далеко, мои верные воины. Сбегаем от них. Предводитель врагов. Орк. Галагрок. Орк Галагрок. Давайте, давайте. Блин, у нас голодные жители почему-то. Никто их не кормит, что ли? Давайте, это будет нашим финишем сегодня. Наши финишные победы на сегодня. Именно... именно то, что мы будем... Ух ты, нифига себе! Лучники! Охренеть! Они все страшнее и страшнее становятся. Но наши ребята справятся, я уверен, что у нас все получится. Смотри, как рыцарь фигарит. Молодец, парень. Торговец Руфус Гарроу. Так, он предлагает нам всякие возможности, но я бы лучше продал не компонент, а вот что-нибудь именно. Вот бронзовые кирасы. А продавал бы, да? То есть то, что произведено. Конечно, маленькую урну гончарную тоже было неплохо продать. Так, в отношении всего остального пока тишина. Ладно. Хорошо. Ух ты! Никита Укропов стал солдатом 6 уровня. Молодец, Никита. Расхерачили всех. Не дали им шансов. Не дали. Ха-ха-ха, бежит. Враг. Боишься меня? Торговец возвращается. На стену декоративных гаркулей, жалко, что у тебя их нету. Что-то так много задач. Воин новый, да, улучшился. О, так у меня все воины начинают улучшаться. Так, ладно, это все у нас уже прошло. Ну чё, далеко они от них бегают, а? Разбомбили, разбомбили. Молодцы, ребята. Да, а это что такое? Это еда. А, шапка, шапка это. Ну все, на этом наша серия сегодня прошла, серия подошла к концу. Я думаю, наше поселение будет жить, выживать. Надо будет еще пару новых воинов себе приспособить. И, конечно же, готовить больше еды. Все-таки огород надо, наверное, расширять, потому что... как-то, или больше делать этих фермеров, чтобы было лучше в нашем поселении. Так что до новых встреч, увидимся еще очень скоро, надеюсь, и в хорошем состоянии все будет у нас здесь, все пучком. Так что наши соседи, как всегда, с нами. До новых встреч, ребят, пока.